Дагестан издавна является кузницей талантов в разных сферах, но в последние годы наибольшую популярность обретают художники. Одной из них является и Марьяна Байсулаева. 8 июля девушка презентовала свою новую выставку «Приданная», которая приурочена к традициям и культуре народов Дагестана. Для художницы это олицетворение ее любви к стране гор. Первые картины это были вот здесь представлены, они с нитями. Готовилась я к одному конкурсу про Дагестан, но российскому конкурсу. И там нужно было именно показать нашу культуру каким-то образом. Вот от нее начала она проходить. Дальше в разных местах я работала, и работаю я всегда в такой сфере, где связано с искусством. Марьяна Байсулаева делится, что это первая выставка именно этнических работ, которую она готовила с 2016 года. Здесь собраны картины разного направления, портреты, натюрморты, даже пейзажи. Мои любимые работы, они не такие этнические, как хотелось бы. Там есть дом, работа и путешествие. Три картины, они для меня были знаковыми. Они есть и в каталоге наших дагестанских художников. Это самые любимые мои, наверное, работы, которые я не захочу, наверное, с ними расстаться. И к ним именно я написала аннотацию в виде стихов. В рамках выставки Марьяна также была награждена благодарственным письмом от Управления культуры Каспийска. На данный момент девушка намерена сконцентрироваться на путешествиях по Дагестану и изучению его культуры для создания новых картин.